Здравствуйте. Мы приехали в Кремляс. И вот нам с борьбой выбит. То есть сначала отменили бронирование, потом вот оно снова появилось, слава богу. Да, ну хорошо, что за ту же цену. Да, за ту же цену. Нас заселили уже тоже классно. Сейчас пойдем на пляж. Его отсюда даже видно. Вот он там. Народ лазит. Можно из окна выходить. Да. Нет, вполне себе надо немножко перепонтоваться. Да. Нормально. Сейчас проверим вешалки. Тем более самые одинаковые ли они? Нет. Вот о чем я и говорил. Со всех.